Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы с вами поговорим о том, что такое раздел промо-акции и почему бонусы за покупку могут приходить дорого и почему у вас в кабинете выплаты в разных валютах и как понять, сколько же вам компания начислила денег. Да? То есть это будет видео именно по бизнесу. Итак, заходим, когда с вами в личный кабинет, то в личном кабинете у нас с вами в самом верху идет раздел «Мой счет». И в этом разделе «Мой счет» у вас написано, сколько доступно. Да, можете посмотреть, откуда это. Да. И «Моя ОС». В рублях вот тут, да, 47 тысяч. В евро 14 евро. Молдавские леи, казахстанские тенге и так далее. Что это значит? Это значит, что у вас в структуре есть люди с разных стран. Ничего не надо конвертировать, ничего не надо высчитывать, не надо искать конвертер валют. Мы с вами заходим в раздел «Отчеты». И в отчетах есть такая распечаточка, как лицевой счет консультанта. Заходите в лицевой счет консультанта, нажимаете «Посмотреть». И катите колесиком в самый-самый низ. Да, то есть вот смотрим. Компания 18, расчет, да, то есть это личный объем, это объем личной группы и так далее, да, то есть и сколько же денег получил консультант за 2 недели. Но обратите внимание, что это выплаты реально за 2-недельный период, и это, конечно, круто, это, конечно, здорово получать почти что по 30 тысяч русских рублей за 2 недели, это за месяц, ну, грубо говоря, почти 60, ну, круто, круто, ну, 55, конечно, если 26 до 26, да. Итак, я думаю, мы с вами посмотрели, да, то есть то, что тут немножечко больше денежек лежит, это то, что, да, то есть мы когда заходим в раздел «Мой счет» и видим, что тут немножко больше денежек лежит, просто это уже начала копиться объемная скидочка. Вот в чем дело, да, то есть копится объемная скидочка, но ничего страшного. Итак, смотрим же с вами, что такое промо-акции, да, то есть это уже такое номер один, да, и получается самое главное, что нам иногда люди говорят: мне продукция пришла дорого, почему так дорого, я дорого не заказывала. Так вот, у нас с вами в каталоге есть 3 типа добавления акций. Если вам обещают подарок, этот подарок не надо вкладывать, он вам сам упадет, да, если это подарок из каталога, именно в каталоге написан. Если у вас какая-то акция, допустим, полуматовая помада при покупке, да, возьмем, да, за 169 рублей на сумму 299 рублей, это акции кратные. То есть получается, если вы взяли на 1000 рублей, да, допустим, или на 1500 рублей, вы немножечко прикиньте. 1500 мы с вами делим на 300 рублей, и у нас получается, мы можем взять 5 различных помад, различных оттенков, и как же мы их в каталоге выберем, если они у нас с вами в принципе не пересчитаются, да? То есть, если вот такие акции в каталоге есть, то это бонусы за покупочку, и их нужно искать на последнем шаге заказа. Итак, то есть это мы не добавляем. И поехали с вами дальше, да, то есть то же самое, сатиновая губная помада. Далее, значит, идет набор для него и для нее, это можно добавлять из каталога. Далее идет любой гель для душа плюс твердое мыло всего за 119 рублей. Это мы добавляем из каталога, да, то есть это не бонусы за покупку. И, к примеру, ну давайте я вам приведу пример, когда вы добавляете, то получается так, что вы увидите продукцию в корзине дорого. И как будто бы у вас акция не сработала. Да? Давайте сейчас посмотрим. Так, секундочку. Вот, да. То есть, смотрите, нам обещают за 119,2, да, а тут получается 96,36, да, то есть 129,49 по цене каталога. То есть, как будто бы не сработало. Но когда мы на предпоследнем шаге стартовой программы, после кнопочки «Продолжить оформление заказа», мы увидим с вами, что у нас уменьшился балл и уменьшилась сумма заказа, да, то есть давайте обратим обязательно на это внимание.
Далее, значит, у нас с вами идут наборчики. Их точно так же мы добавляем. И скидочка срабатывает также в промо, да. То есть эти наборчики также скидочка в промо срабатывает. И также вот акция идет желтые ценнички. Любые два продукта по специальной цене. Да, то есть вы можете взять и две пены для бритья и так далее, и так далее. То есть это здорово. У меня как раз у мужа пена для бритья закончилась. И мы сейчас с вами посмотрим, да, то есть тут можно купить только одну в каталоге, и тут внизу переправляете на две, и у вас скидочка сработает, и он у вас будет не 184 рубля, а менее чем 179, да, то есть если вы в прошлом каталоге делали заказ более 50 баллов и оплатили его до конца каталога, на всю продукцию, кроме одежды, у вас скидочка 26%, да, то есть 179, мы вычитаем 26%, и вот такая сумма у вас будет, когда она поменяется, в промо пересчитается, да, то есть если вы делали менее 50 баллов, то у вас скидка на продукцию на все 20%, да, то есть вот таким вот образом. На одежду всегда по 20, да, и, ну и давайте еще проэкспериментируем на этой вот замечательной серии. Я эту серию очень люблю, честно скажу, прям обожаю. Это мой фаворит уже, да, и вот очень люблю гели для душа. Дочка к ним тоже пристрастилась, поэтому я возьму 4 штучки. Да, сейчас стало, надо внизу исправлять, вверху никак не добавить общее количество, чтобы было побольше, да. Такие гирлянды у меня есть, все шарики у меня есть, очень красивые наклеечки, да, то есть блюдо осталось только маленькое, как видите. Вот, посуда у меня эта вся есть, тоже великолепная. Формочки, кстати, ни одной нету, есть только тарелки. Тарелки очень качественные, хорошие. Также вы можете приобрести Faberlic Style, кстати, очень интересный журнал. И далее смотрим опять набор всего за 629 рублей. Также добавляете тушь и какие вам нужны тени, да, то есть вот тут предоставлен выбор теней. Какие тени хочется, да, вам. То есть тут еще можно вот так вот покрутить, да, то есть и выбрать, какие тени вам хочется. И также скидка сработает в разделе промо-акции. Да, вот смотрите, еще одна акция. Лак для ногтей всего за 79 при покупке по каталогу на сумму 299. То есть это тоже бонус за покупку, который нужно добавлять в разделе промо-акции. Именно там. Далее смотрим, вот еще одна такая же акция, да, блеск для губ всего за 119 при покупке по каталогу от 299 рублей, да, то есть мы его пропускаем, все, что нам хочется, мы покупаем, а вот именно вот это вот мы пропускаем с вами, это очень-очень обязательно, иначе, вот, кстати, очень классный крем тональный, попробуйте, вам он очень понравится, я пользуюсь тоном слоновая кость, идеально мне подошел, я очень белокожая, вот, и как бы, и вот этот вот FF крем тоже очень-очень хороший, понравилось мне, он, конечно, не антивозрастной, но просто и фотографии хорошие получаются, и все. Новая водичка Бомонт, на самом деле, такой сладкий, приятный аромат. Мужской аромат действительно шикарный, воистину шикарный. Вот, далее, смотрите, идет наборы. И аромат Beauty Cafe 15 мл при покупке, да, то есть это тоже идет, вот видите, квадратики, да, квадратики, это значит бонусы за покупку. И их нельзя добавлять из каталога, иначе они придут вам дорого, да, то есть любой аромат всего за 399. А это обычная акция, да, видите, ни за какую не покупку, просто... Это обычная акция. Очень хочу похвалить все три маски. Эта маска очень хорошо чистит. Ей лучше с утра и потом сверху питательный увлажняющий крем. Вот она вычищает все поры. Обязательно после маски нужно увлажнялочку какой-то. И гелевая экспресс-маска лифтинг тоже очень хорошо срабатывает. Ну, эта серия, конечно, моя любимая. Я постоянно ей пользуюсь. Oxyology – это базовая линейка, не антивозрастная, но именно по типу кожи подобранная. Да, есть для жирной, для сухой кожи. И так далее. Аквасмарт это 20+, Пролексир это 30+, линеечка идет.
тоже очень обширная. Вот эта вот маска, вот ее опять-таки нет наличия, по-моему, да, но просто очень-очень классная, да, то есть также можно заказывать пробнички и знать, что вы можете попробовать мини-версию. В подарок для мамы я очень часто заказываю вот эту вот гардерику 40+, ей очень она нравится, она от него без ума, и Реноваж нам тоже очень понравился. Вот, Мадрид Жених пока еще не пробовали, нам 60 лет пока нету. То есть смотрите, какая акция: мицеллярная вода за 99 рублей при покупке любого средства для чувствительной кожи. Да, то есть если вы, это уже не бонус за покупку, да, то есть, ну, как бы все равно надо знать, что акция сработает только если вы купите какое-то средство. Это, значит, наши подарки из каталога, да, такие вот хорошие, красивые, да. Подарочки, значит, и вот они идут, бонусы за покупочку. Их 21, да, давайте посмотрим снизу. Бьюти-кафе, кофе, да, кофе-бьюти всего за 29 рублей, да, то есть нас будет ждать в промо-акциях. Спрей-антистатик с цветочным ароматом. Аромат бьюти-кафе 15 мл всего за 149 рублей. Любой аромат Аромания всего за 199 рублей, да. И почему эти акции идут как бонусы за покупку? Да, потому что они у нас с вами как раз-таки некратное, да, то есть кратное наоборот. То есть вы можете легко заказать и 5, и 6 мицеллярных, вот, к примеру, Эксперт Фарма, и спокойно ими пользоваться, если выполнили условия, да. То есть и компания Faberlic сделала нам такую возможность, да. То есть продукцию, которую нужно выбирать в разделе промо-акции. Каждый каталог, она, конечно же, разная, но ее мало, да, то есть вот сейчас на данный момент 21 акция, и так много, потому что каталог предновогодний. Основных акций в каталоге у нас с вами 86, да, то есть тут идут и два любых киселя, 35 каждая, одна упаковка чая в пирамидках всего за 159, а две упаковки всего за 129. Возьму, обязательно возьму этот чай, очень вкусный, кстати, отлично, что я почитала. Вот, да, то есть вот такие вот акции. Этот файлик я помещу, ссылочку на файлик обязательно помещу под это видео, и вы никогда не запутаетесь, да, то есть никогда не запутаетесь. Ну что ж, давайте с вами продолжать. Так, вот, значит, любые два киселя, а всего за 35 каждый, да, то есть вот эти кисели мне очень понравились, они реально вкусные, поэтому я их возьму по 5 штучек, потому что если я возьму мало, мне кажется, мне опять все выпьют, и мне ничего не достанется, да. Так, напиток с овсяной клетчаткой, ну я это просто так добавлю, да, то есть любые два киселя. Вот, значит, я возьму, значит, если, значит, надо брать 6 штучек, да, чтобы акция сработала. Вот такая вот классная акция. И вот они, наши чаи, да, то есть, так, молочный улун у меня есть еще полпачки, а все остальное закончилось, буду брать. Закончилось у меня мыло для кухни, и тут столько классных ароматов, и все со скидочкой. Ага, ну просто-просто здорово, да, то есть с ароматом зеленого чая, да, я возьму пару штучек, чтобы уже точно не закончилось. Отличное мыло. Ну и вот у нас самое последнее, что я хотела показать перед разделом промо-акции, это, допустим, какое-либо нижнее белье, и непонятно, как его подобрать. Очень часто спрашивают, как мне подобрать размер нижнего белья. Конечно же, только меряться, да, то есть вот мой, допустим, размер идет 80B Faberlic, а 80B Florange уже мал, да, и тут вот есть такая вот кнопочка, таблица размеров, да, вы видите, когда вы на нее нажимаете, она у вас выходит. И тут, вот так, минутку убежала, и тут вы смеряете свою грудь в сантиметрах, охват груди меряете, и вы уже будете знать, да, то есть если у вас охват груди 78-82 под грудью, да, то у вас размер 80, да, вот как бы так я и вычислила, да. И далее охват груди сантиметров, да, то есть вот, и тут вы смотрите, какой у вас размер А, Б, С, Д, Е, Ф, да, то есть вот таким вот образом.
Ну что ж, все. Да, то есть и размер бюстгальтера, и соответствующие размеры тоже как бы можно еще так вот. S, M, L, да, если вдруг. И как бы еще такое вот есть, да, для правильной осанки, да, то есть как определить размер корректирующего белья, то есть тут все, вот вы прям обмеряетесь, и вам очень удобно, да, то есть очень удобно, тут все очень хорошо показано. Вот, и когда, и вы уже выбираете, да, этот товар, если он у вас есть в наличии. То же самое с одеждой, то же самое с обувью, да, то есть везде вам дадут посмотреть размер, и вы уже сможете померить себя, мужа, детей и заказать то, что вам нужно. Конечно, не переживайте, если вы проживаете, если вы заказываете товар у компании Фаберлик, то в течение 21 дня можно вернуть этот товар назад. В Белоруссии возврат в течение 14 дней, в России в течение 21 дня. Да? То есть, как вы видите, есть и бальные платья, и курточки теплые, и танкера теплые, да, и вот обувь. Да? Вот очень часто меня спрашивают, как подобрать обувь, как подобрать. Да, то есть вот на данный момент мне нужны такие туфельки, 38 мне были велики, они идут немножечко маломерочки, поэтому я заказываю 37, и по таблице размеров на самом деле оно совпадает, да, то есть вот как бы я не посмотрела, я привыкла, что у меня размер 38, и вот, ну, вот почему-то вот так. Поэтому таким вот образом. Ну что ж, я думаю, мы с вами сделали заказ, какой нам хочется. Можем посмотреть, можем полистать. Если вы делаете заказ первый раз, то вам положена акция новичка, то есть два подарка, причем на выбор. Да, то есть, и поэтому обязательно обратитесь к своим наставникам и спросите, что же это за подарок, который вам положен, потому что вам два подарка по акции новичка и несколько подарков по программе Фаберлик Клуб 100% положено. То есть вам положено минимум 3-4 подарка. Да, также, как вы видите, у нас с вами отличнейшие наборы, и мы можем легко и просто своим друзьям приготовить отличные подарки. Ну что ж, поехали с вами. Вот наша корзиночка, 40 баллов. Да, то есть, если вы делаете заказ более 50 баллов, то у вас скидка на все будет 26%. Да, то есть, если вам не хочется каталоги, удаляем. Да, вот, действующая каталоги. Далее, значит, акции каталога 18. Открываем, и тут мы видим любой оттенок, да, аромат, аромамания, да, любой продукт, да, то есть о чем мы с вами и говорили. Любой продукт BioArctic, да, шампунь для жирных, для нормальных, да, то есть таким вот образом вы можете выбирать то, что вам хочется. Вот мне хочется вот эти шампуни, да, допустим, ой. Допустим, я хочу такой шампунь и для слабых и поврежденных волос масочку. И что самое интересное, очень удобно. Вам всегда напишут, сколько вы можете выбрать продукции. Да, то есть, вот видите, выбрано товаров по промо 2 штуки на сумму 112 рублей. Разрешено 17, да, то есть это акции, которые вы выполнили несколько раз, пока брали, да, то есть далее аромат Beauty Cafe, это любимый аромат моей сестры, помада Skyline полуматовая или полусатиновая, да, то есть вы можете тоже себе выбрать, тушь Secret Story, моя любимая тушь, и эту тушь я буду дарить своим всем знакомым девушкам, потому что они в бархатном мешочке, в коробочке очень красиво приходят, поэтому эти туши я буду дарить на Новый год, вкладывать в подарки. Далее, значит, средства по уходу за ногами тут есть, оттеночный бальзам для губ, у меня их много, лак для ногтей, капсула для волос, влажные салфетки. Да, то есть таким вот образом вы можете все сидеть и выбирать то, что вам захочется. Да, нажимаете выбирать,
И далее едете, да, то есть нужна ли вам маска эксперт при покупке, да, так, что это за маска? А, альгинантная маска, да, то есть ее надо наводить с водичкой, она у вас застывает, потом вы ее корочкой снимаете. Далее, значит, спрей антистатик, он у меня есть, зубных паст много, пенка мусс и лак для волос эксперт. Вот лак для волос, конечно, вещь хорошая, и заказать его за 110 рублей, это, конечно, чудо. Потому что на самом деле он стоит намного-намного дороже, поэтому я возьму пару штучек. Мусс у меня есть, а вот лак заканчивается, дочка его берет все время. Сыворотка для лица Гардерика, можно взять и подарить мамам парочку штучек, да, то есть вот можно тут нажимать. Очень интересная сыворотка. Ну и кофе, бьюти, если честно, я его ни разу не пробовала, поэтому я закажу пару штучек, чтобы попробовать. Так и вот ни разу не успела. Далее, как вы видите, в разделе промо-акции идут акции распродаж. Это мы сейчас с вами свернем. Так, так, так. То есть мы с вами взяли, что нужно, и сворачиваем. И далее у нас развернуты акции распродаж. То есть вы можете тут, да, то есть распродажа, каял для глаз, это Денос, да, то есть распродажа не вышедших в каталог женских моделей и так далее, да, то есть вы тут можете покопаться и найти очень по весьма привлекательным ценам, которых уже давным-давно нету в каталоге, да, то есть далее тут вы можете приобрести наборы, лифлеты, каталоги, да, то есть все, что вам захочется. Каталог первый, конечно же, я оставлю 5 штучек, он мне нужен, да. Далее, значит, у вас есть бонусы по программе Faberlic Club. Они тоже идут в разделе промо-акции. Вы нажимаете «Открыть» и смотрите, что же вам хочется из этих бонусов. Они грузятся долго. Тут так же, как и в кошелечке сверху, вы можете легко выбирать все, что вам захочется. Да? То есть сейчас у нас, да, тут группа 5, и мы с вами можем набрать кучу масок волос за 5 бонусов. Да? То есть если у нас с вами накопилось 164 бонуса, да, тут, ну, примерно 2 заказа сделано, то 164 мы с вами делим на 5 бонусов, и мы с вами можем забрать 32 маски для лица. Ну, это, наверное, круто. Да? Также есть мыло для рук. Вот, и также есть за 15 уже бонусов всякие крема, да, также можно посмотреть, как они выглядят, бальзамы для волос, и это реально вам все придет бесплатно, все, что вы выберете, да, то есть, если вам хочется какой-то подарочек подороже, то вы можете выбрать подороже, да, 160 бонусов, давайте посмотрим, да, вот оно, 160 бонусов, да, то есть, тут идет кольцо, колье, браслеты, да, то есть это ювелирная бижутерия, да, то есть это необычная бижутерия, которая, да, там на рынке продается. Это ювелирная бижутерия именно Флоранж. Да, то есть вот как видите, активная сыворотка, основа под макияж, фейс-контроль, да, то есть вы можете очень много что выбирать, да, то есть за 65 бонусов получается вы можете выбрать, ну, почти 3 подарка было бы, если бы. Да, ну 2 точно за 60 бонусов. То есть за 55 уже вы можете любых 3 подарка выбрать. Вот. Поэтому смотрите. Смотрите, выбирайте. Я думаю, что вам это будет очень интересно. Компания Faberlic дарит за любой подарок. Понимаете, прям вообще любой. Тут это промо для VIP-консультантов. А тут мы выбираем пробники со скидкой 50%. Новинки за 2 недели до начала продаж. И так далее, и так далее. Ну что ж, все мы с вами добавили. Что не нужно, убрали. Что нужно, добавили. И нажимаем кнопочку «Применить изменения». Изменения у нас применились, да, тут иногда бывает объявление, что где-то что-то добавилось, потому что у вас поменялась сумма заказа, да, то есть, но если вам ничего не нужно, вы все оставляете как есть, то вы просто проверяете свою накладную. И если вас все устраивает, да, то вот обязательно посмотрите. Значит, обращаем внимание, что напиток с овсяной клетчаткой, так это не то, да, то есть вот они промо-акции, да, то есть смотрите, и пена для бритья уменьшилась, и
уменьшилось мыло и гель для душа, также уменьшился крем-гель для душа, также уменьшились чаи, стали 90 рублей, да, кто-то вот говорил, там, ой, 150, это дорого, вот, пожалуйста, 90 рублей чай, вот, да, то есть, ну, тут это мне каталоги вложили, да, то есть, смотрите, маска 56 рублей, шампунь 56 рублей, очень дешево, очень классно, да, ну, конечно, желательно, если вы получаете денежки на расчетный счет банки, чтобы у вас тут светилась цифра не менее 50, поэтому вы можете что-то добрать, а можете оставить так, как вам захочется. Конечно же, я доберу, я очень часто выбираю дом, и мне очень нравится, что тут есть сортировка по цене, и я легко могу сразу же повыбирать все, что мне захочется, да, то есть тут есть и чайники, и ножницы, и формы для выпекания, и подушки, и так далее, да, то есть обратите внимание, тут очень такой широкий выбор всего, да, то есть и тапочки тут есть, да, вот я постоянно, когда захожу в этот раздел «Дом», я всегда себе нахожу что-нибудь интересненькое. Да, то есть вот гель, вот, кстати, забыла я купить такой гель. Вот так я вот смотрю, да, то есть кондиционер для белья у меня есть. Перелистываю и смотрю дальше, что же у меня закончилось, чего же мне не хватает, да. То есть тут есть и мешочки для стирки, и шарики для устранения запаха в обуви, да, то есть и освежитель для дома, и средства для стекол, и зеркал, да, то есть, ну, как бы очень-очень удобно. Мне нравится, то есть я иногда так просматриваю, вспоминаю, что я одно забыла или другое. Если вам что-то понравилось, но вы решили оставить это на потом, то можете добавить в избранное, и корзина избранная всегда у вас будет под рукой. И в этом избранном, когда вы заходите, иногда очень много что вспоминается, да, то есть, ой, точно я забыла это купить, вот если бы я не добавила в избранное, точно бы забыла. У меня очень часто такое бывает. Поэтому в избранном я очень часто вспоминаю те вещи, которые я когда-то смотрела на сайте, хотела приобрести, но забыла. Тем более, что при нашем широком ассортименте можно что-то и забыть. Да, то есть я добавила продукцию, и теперь я иду обратно в корзину и утверждаю заказ, и у меня идет списание 65% от суммы заказа. И вот она, корзиночка, нажимаю «Продолжить», снова попадаю в промо. Промо попала, тут я уже все выбрала, что мне хочется, поэтому я опять нажимаю «Продолжить». Долго, да? Угу. Ну и вот все, мне напоминает, что заберите подарки по программе Faberlic Club, но я их пока забирать не буду, я хочу копить бонусы, да, то есть и вот я могу утвердить заказ. Смотрите, заказ вышел на 7584 рубля, да, то есть у меня сработала скидка от каталога 20-26%, то есть на туфли 20, на остальное 26%. Вот, это, во-первых, моя экономия. Во-вторых, моя экономия в том, что я пока не открыла расчетный счет в банке под дочкой, и у нас денежки копятся на номере, да, то есть я сделала заказ на 7000 рублей, скидка у меня списалась 4929 рублей, доставка прибавилась 149 рублей, и сейчас посмотрим, сколько будет к оплате. К оплате у меня получилось 2800 рублей, да, то есть вот до открытия ИП вам уже очень даже выгодно приобретать продукцию Faberlic, потому что скидки, потому что подарки, да, то есть сделав заказ, к примеру, на 50 баллов, вы уже знаете, что у вас скидочка идет 26%, и плюс вы еще и можете получить очень много подарков по программе Faberlic Club. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Вот, кстати, хотела вам показать кошелечек, где идет программа Faberlic Club, и вы уже можете подробно почитать о каждом подарки, которые вам предлагают, причем за любую сумму, да, то есть самые дорогие подарочки у нас с вами идут, конечно же, такие, как сумка для ноутбука, да, дорожная сумка на колесиках, да, ну, очень приятно иметь сумочку с логотипом Faberlic. Ну что ж, всем пока-пока!